Программу долгожданного 75-летия Великой Победы пришлось скорректировать с учетом сложившейся эпидобстановки. Не выходя из своих домов, жители всей страны праздновали, участвовали в патриотических акциях и флешмобах. Главные торжественные мероприятия все же были проведены с соблюдением всех требований безопасности. В них приняли участие депутат Государственной Думы Оксана Пушкина, первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина и депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков. Вместе с главой муниципалитета они возложили цветы к мемориалам в Одинцове и Звенигороде. Те ветераны, которые сегодня стоят с нами в ряду, хочется им пожелать всего самого доброго, теплого, чтобы они оставались еще долгие годы с нами, чтобы продолжали подавать тот пример мужественности, тот пример силы, характера всем нашим людям, всем нашим гражданам, особенно подрастающему поколению. В рамках акции «Сад памяти» единороссы высадили более 100 деревьев в Одинцовском округе. Молодые сосны и ели как символ долгой мирной жизни. По улицам Звенигорода проследовала колонна военной техники времен Великой Отечественной войны, байкерский клуб «Ночные волки» и жители города провели акцию «Парад приехал к ветерану». Пусть в этом году День Победы получился несколько необычным, наш главный праздник обязательно продолжится. Но чуть позже, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».